Привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», а это значит, что впереди вас ждут самые честные и достоверные отзывы. Поехали! Пустышек много, огромнейший пакет, давайте по порядку. Так, первое, что покажу, это стиральный концентрированный порошок. Артикул его, это что у нас, горная свежесть. 323. Нравятся все средства для стирки. Фаберлик мне нравится. Недавно опять стала получать комментарии, что вы же порошки хаяли, а теперь хвалите. Хаяла я их уже года 3 назад, наверное, когда была другая формула. Сейчас формула новая с оптическим отбеливателем. Все вещи выглядят свежими, чистыми, отстирывает прекрасно. Больше удобен формат сейчас мне пластин, поэтому вот этот беру редко. Но только когда какие-то скидки бывают. Вот как раз по Фаберлик Драйв нам давали совсем их дешево, поэтому брала. Пластину все-таки удобно хранить и так далее. А так порошок изумительный. Подходит атопикам, подходит астматикам. Он гранулированный, он не пылит. Он полностью выстирывается из всех вещей. Вот полностью. Я с ними стираю мембранные вещи. Вообще все изумительно, все замечательно. 800 грамм приравнивается к 3 килограммам обычного порошка. Все супер. Все отлично. Экономичный, суперски классный. Так, дальше из серии «Дом». Что у нас тут интересного еще есть? Гель для туалета очищающий, вот такой вот из серии Home Faberlic, артикул 302.93. В принципе, все тоже нравятся, но сейчас вот как-то больше, мне кажется, и помощнее тот, который цвет меняет, но периодически все равно меняю, их беру разные, потому что все со своей задачей справляются идеально. Кстати, вот этим именно гелем, я помню, в старой квартире ванная очищала швы между плиткой. Вообще шикардос работает просто на ура в этом плане. Так, дальше чай Бронха, артикул травяной сбор, точнее, 156-69. Потрясающий травяной сбор, который помогает прям вот и на первых порах, и не только на первых порах заболевания. Начинают когда кашлять, и детям даю, завариваю по одному пакетику. А Крис у меня вообще любит его вкус, ей нравится этот чай пить даже больше, чем обычный. Она, наверное, как я, все-таки больше травяные любит. Здесь классный вообще потрясающий состав, это действительно травы, фильтр в пакетиках таких, 20 штук здесь. Всегда должен быть дома в запасе, вот он и иммунитет. Всегда должны быть, потому что если вдруг кто-то заболевает, прям сразу даю, и результат отличный. Так, соль для ванны I Love Winter, артикул 29.69, по-моему, сейчас она в распродаже, остатки сладкие, можно взять бюджетненько, вот такой вот пачки нам хватает на 2 раза, но использует Ксюшка в основном, она любит с этим делом. Это соль для ванны с пеной, действительно есть немного пены, не скажу, что это прям как пена для ванны работает, нет, соль в основном как соль и немножечко пены. Аромат, кстати, классный, суперский, все здорово. Так, дальше прокладки ночные, 2 штуки в количестве 2 штук. Обожаю, ни на что не променяю. Они великолепные, они суперские. Абсолютно 100% защита от протеканий. Сзади есть очень широкие крылышки, прям вот широкие. И они сами такие длинные и впитывают просто на ура. Я обожаю, и я пробовала много какие, разные совершенно. Их нельзя сравнить ни с одними. Так, артикул 112.95, здесь 7 штук, и цена совершенно бюджетная. Вообще Фаберлик, акцент на цены можно не делать. Они как были 5 лет назад, так и остались. На 10 рублей, наверное, подорожала. Единственная, мне кажется, компания, которая справилась с ценовой политикой вот в это вот время. Я просто недавно наткнулась на старый каталог Фаберлик, года 4 ему. Смотрю, там цены такие же, думаю, ничего себе. Ну ничего себе, ну бывает же так. В общем, дешевые прокладки, которые работают просто на ура. Единственный косяк, за что многие их критикуют, это крылышки. Крылышки отлепляются от белья. Я как бы нашла в этом плане выход. Я одно крылышко на другое налепляю, вне зависимости того, какой ширины у вас ластовица. Ничего, подсомнется. В общем, вы меня поняли, надеюсь. Одно крылышко на другое прилепляю, когда не просто на белье, а крылышко на крылышко. Тогда они держатся на ура, вообще никогда не отлепятся. Так, дальше. Дезодорант для интимной гигиены, линейка Эксперт Фарма, артикул 1628. Знаете, крайне редко пользовалась, но уже стоит, надо доиспользовать. Но вообще вещь прикольная, на самом деле. А душка здесь прям какая-то такая... О, еще есть. Минимальная. Она такая приятная, с зеленушечками, что ли. Приятная душка чистоты, не бьет в нос, не противная. Вот душка, которая понравится всем. Если вы такими вещами пользуетесь, то... Вещь вообще великолепная, рабочая, все отлично. Так, освежитель. Это у нас антитабак, сицилийский бергамот. Мне очень нравится именно вот этот аромат. 303.29. Здесь освежающий, с зеленушечками, с цитрусами,
цветочками. Вот такой вот прям микс вкусненький. Один из самых удачных ароматов у освежителей Faberlic. Он водный, он безопасен для деток, он безопасен для животных. И есть защита еще от деток. Вот так вот кнопочка здесь, чтобы распыление не работало. Очень актуально, у кого малыши. Шкрис у меня всегда любила попшикать и до сих пор иногда вспоминает, идет и пшикает. Так, дальше. Гель для душа Бонжорно, кофе. Девочки в комментариях недавно спрашивали, где вы его взяли, его ни в каталоге нет, ни в распродажах нет. По-моему, я его взяла в распродаже остатки сладкие, но по артикулу он по-любому выйдет. 13.28. Это, во-первых. Во-вторых, наличие продукции зависит от склада. И, в-третьих, вот многие девочки не знают. Я не знаю, что у вас за наставники, но многие девочки не знают о том, что... Не вся продукция напечатана в каталоге. Далеко не вся. Тогда бы у нас с вами вот такие вот каталоги были. Вот такой бы вот толщины. Вот далеко не вся. Все, что вам нужно, вы можете вбить в поиски по названию и по артикулу. Не помните артикул, не хотите искать, не ищите, пожалуйста. Вводите «Бонжорно», вводите просто гель для душа. Смотрите в категории, в приложении или на сайте в приложении. Все вообще разбито по категориям. Да? Уход, здоровье, декоративка и так далее. Все разбито. И там ищите. Далеко не все печатают в каталогах. Но на сайте эта продукция есть и заказать ее можно. Вот. Люблю. Люблю. Я его просто перелила во флакончик с дозатором. У меня такой красивенький флакончик теперь для геля. Для души. Я туда все переливаю. На утреннее применение прям такой кофе молотый, но подслащенный. Вот подслащенный немножко аромат, но тем не менее кофе вообще классный, суперский. Так, пена, меняющая цвет ума. Снова 3+. Девчонкам часто беру, поэтому всегда у меня и в обзорах, и в пустых баночках мелькает. 28.82. Очень нравится, хорошо пенится, прям просто отличненько. Хоть она и 3+, с 2 лет мы с Крис пользуемся ей, меняет цвет. Сначала она такая зеленоватая, а потом становится, как хамелеончик, вот такой вот ярко-синий, водичка. Пена белая. Сухости кожи никакой не вызывает, нареканий никаких нет, поэтому да. Так, что у нас дальше? А дальше у нас парфюм для стирки, вот такой зелененький. В артикуле 308-46. Периодически тоже меняю. Мне не нравится только ягодное. Вот желто-зеленый с удовольствием использую. Здесь такие маленькие гранулки. Чуть-чуть осталось. Слушай, почти на одну стирку хватит. Тут какая я расточительная. Классный аромат. Слушайте, мне вот сейчас впервые какую-то эйвонскую воду напомнил. Реально. Классный аромат. Парфюмерно, цветочный, зелено, свежий, вообще классный, очень классный, люблю. Я стираю с ним только постельное белье, полотенце, различные чехлы, но также шторы, не на повседневную стирку, поэтому хватает мне надолго. Здесь вообще 20 стирок. Если вот вещи сейчас зимние, тоже куртки перестирывать буду, тоже буду стирать с парфюмом, потому что реально при движении запах активируется и ощущается. Если движения нет, не ощущается у меня на таком белье. Совершенно. Так, еще одна у меня пена, меняющая цвет. И еще из серии «Дом» закончилось средство, с которым очень люблю мыть полы. Концентрированное моющее средство с ароматом цветущей липы. Вот за аромат и обожаю. 302.17 артикул. С ним можно и поверхности протирать. Все, что угодно вашей душе. Окна хотите мыть, как бы с ним. Ну, вообще для любых поверхностей подходит. Но я именно полы с ним мою. К сожалению, аромат в комнате не остается, но процесс становится гораздо приятнее. Потому что я обожаю аромат цветущей липы, и это именно он. Просто потрясающий. Просто потрясающий. Прям хочется что-то такое с этим ароматом, чтобы он витал в воздухе. Например, освежитель воздуха, цветочная липа. Ой, я бы брала пачками. Так, закончилось у меня универсальное средство для снятия всех видов лака. Вообще, вот эту серию для ногтей Faberlic считаю крайне удачной. Вот крайне удачной. Так, артикул... Не скажу, что ли, но должен быть. А вот 149.99. Сейчас еще заказала, потому что периодически, иногда бывает, пользуюсь обычными лаками. Сейчас Faberlic опять вышли новые лаки быстросохнущие. Будем с вами тестировать. Заказала, поэтому, конечно, средство вот это нужно. Да, оно дико вонючее. Оно прям воняет ацетоном. Но на самом деле оно справляется на ура со всеми видами. Ну, гель-лак не пробовала, честно. Но можно тоже попробовать. Будет как-нибудь фольгу завернуть. Может, и гель-лак отойдет. Не знаю. Надо попробовать. Вот, блестки, вот лаки с блестками очень Faberlic мне нравятся, вот эта серия, где блесток много, где сплошные блестки. Обычным средством для снятия лака очень плохо снимаются они. А вот этим Нора приложил диск, чуть подождал, все, идеально. Так, дальше, что у нас тут с вами интересненького? Зубная паста Технокидс, груша 6+, артикул 23.59. Беру Ксюшки, но и Крис уже начала у меня этими пастами тоже чистить. Стала не такая привередливая. Она уже может чистить пасты, где есть немножко ментола. А так это действительно груша. Пасты прекрасно очищают эмаль. Прекрасно просто справляются своей задачей на ура. Составы у них тоже хорошие. Люблю.
Так, гель для душа у нас с вами Камелия. Камелия, вот такой вот лимиточки, недавние новиночки, артикул 3375. Забыл уже, как пахнет, вкусно пахнет. Не знаю, как пахнет камелия в жизни, но здесь пахнет вкусно. Цветочки какие-то немножко с какой-то кислинкой. Действительно вкусно, они очень густые. Кожу мне не сушат, расход у них минимальный, потому что реально густые. Можно использовать как пену для ванны, стоит копейки. Поэтому дальше. Средство для интимной гигиены, артикул 1640. Именно вот это всегда беру. Не сушит, деликатное, потрясающее, густое. Тут, кстати, вот у меня осталось... Почему-то переливала его в флакончик с дозатором. Смотрите, опять я какая расточительная. А, ну что ж такое-то? Гипоаллергенная. С молочной кислотой. Или с чем она у нас с вами? Я уже забыла, девчонки, давно читала. А, да, с молочной кислотой. Все деликатно, все классно. Практически не имеет отдушки. Супер, супер-пупер. Дальше умывашка, которая меня покорила из линейки ICUL. Это жемчужный крем для умывания, артикул 0397. Сейчас уже второй флакон к концу подходит в использовании, потому что вещь очень крутая. Ну вот очень. Очищает до скрипа. Личико потом просто сияет. Поры просто не то, что очищает, вылизывает. Вообще супер, очень нравится. Как и щетка для умывания, так и не по инструкции, не нравится. Мне нравится взять прям расход минимальный, флакон большой, стоит 20 мл. Одну горошинку берем, смачиваем лицо, смачиваем руки. Можно в процессе воды добавлять, потому что оно пенится изумительно. От одной горошинки пены тьма. В руках вспениваю, руки все в обильной пене, и потом личико умываю. Вообще класс. Супер, супер, супер. Одна из любимых на данный момент умывашек для меня Фаберлик. У меня тут много БАДов, давайте про них в конце. Прям вот много. Вы просите про БАДы, вот накопилось. Так, дальше. Шприц. Недавно добила, давно он у меня стоит в использовании. Я, кстати, вам не скажу его артикул, потому что его здесь нет. И даже не скажу, как называется. Вообще это гиалуроник написано, с гиалуронкой. Заполнитель морщин, их просто два. Не помню, какой из них. Но, в общем, тут написано гиалуроник Face Serum. Посмотрите, кому надо. Классная рабочая лошадка. На какие моменты? На моменты заполнения морщин. Он действительно их заполняет. Но этот эффект достаточно накопительный. Нужно пользоваться долго, чтобы как-то ситуацию подправить. И эффект временный тоже имеет место быть. То есть идете там куда-то, наносите прям на морщинки, как следует. Пальчиком вбиваем. Вот так прям вбиваем. Ждем, когда впитается, и видим, как наши морщины разглаживаются. Вот вещь на самом деле классная. Классная. И на выход, как говорится, и накопительный эффект. Так как наносим точечно только на морщинки, шприца хватает очень-очень надолго. Так, паста Ума с бананом 3+, Крестюшкина любимая, 28-86 артикул. Всегда берем, тоже со своей задачей справляется, зубки очищает идеально, нареканий к пасте никаких нет. Так, следующий момент у меня только один, второй шаг закончился из карбокситерапии. Артикул 0294, они вместе идут первый, второй шаг. Вещь великолепна, особенно у кого есть пигментация, особенно возрастные изменения. Процедура суперская, мне очень нравится, я вижу результат на своем лице, прям вообще супер-пупер. С маской, если делать с третьим шагом, то результаты еще круче. У меня вот от маски потом после процедуры хорошо пощипывает лицо. И оно прям такое становится упругое, чистое. Сейчас мы с вами уже кислоты убираем в дальний ящик до поздней осени, да, чтобы не вызвать еще большую пигментацию на своем лице. Но карбокситерапию можно круглый год. То есть карбокситерапию заказывайте смело, а вот с кислотами уже лучше остановиться немножко. Так, закончился у меня витамин D3 детский. Пропили, девчонки, все, пока давать не буду. Я не даю им на постоянной основе, потому что, ну, у нас сейчас солнце. И делаю перерыв. Теперь только осенью, скорее всего, им куплю. 157-78 артикул. Здесь рыбки, у которых нужно отрывать хвостик, все это дело выпивать. Но тут инструкция как бы сзади есть. По одной штучке им с утра давала, обоим, и Крис, и Ксюшке. Крис нормально выпивает. Под конец уже говорила, не хочу, но нет, выпивает. Она ее разжевывает, я ей ничего не отрываю, она берет в рот ее, разжевывает и пустую выплевывает. Секреты Востока пропила, и прям вот в комплексе, сейчас скажу, что я пила, и что возымело классный эффект на мое состояние. Так, вот смотрите, что я сейчас пила. Секреты Востока, витамин D3 кончился, купила еще. Витамины группы B, все вместе абсолютно, с утра в завтрак, живится. И что еще? Energy Boom. И Energy Boom одну штучку. Вот эти 5 БАДов я принимала одновременно с утра. Бодрость, работоспособность, эмоциональное состояние. Все пришло в норму. Я вот люблю. У меня вот этот месяц, февраль, начало марта, так же, как и осень, октябрь, ноябрь. Я вот такой вот комплект
приблизительно такое, может, что-то изменю, пропиваю, потому что именно вот эти вот все средства в комплекте даруют потрясающее состояние, когда вот этот весенний витаминоз идет, когда еще с утра темно, сейчас уже, слава богу, светло, и хочется спать, спать и спать, и просто впадать в зимнюю спячку, вот это вот работает на ура. Живица – это вообще иммуномодулятор. Артикул 158-62, и девчонки у меня тоже месяц пропили, и Крис, и Ксюшка, все пропили по месяцу, им давала, и сама пропила. Витамин D3 взрослый 157-77, его вообще советуют принимать без перерыва на регулярной основе, но я перерывы делаю, я все равно перерывы делаю, сейчас вот еще одну банку пропью, наверное, и больше не буду, на солнце достаточно. Витамины группы В вообще отвечают за здоровье очень много чего, особенно волос, ногтей, красоту нашей кожи, 158-04. И «Секреты Востока», артикул 157-10. Здесь может идти даже изменение на гормональном уровне. И поначалу, когда выпустили этот препарат, рекомендовали даже с врачом сначала консультироваться, а потом только пить. Но я своим ощущениям как бы доверяю. Если кто не знает, я сама медработник, поэтому организм свой слышу, слушать умею, прекрасно понимаю, что ему нужно. Да? И так же, как иммуномодулятор работает вообще, «Секреты Востока» – это прям вот кладезь. Среди БАДов и Дерлиц. Так, и дальше вот еще у меня остались две баночки. Это у нас с вами антипаразитарный комплекс. Его пропила немножко ранее, чем все вот это, дабы немножко почистить организм после зимы. Я не только про паразиты говорю, я в целом, потому что состав классный, 157-63. Ну и вообще такое периодически надо пропивать. Мы препаратами аптечными глистогонимся, наверное, раз в полгода все вместе, потому что у нас есть кот. Это, во-первых, хоть он и не гуляет, но у кошек это в крови. В основном у кошек, конечно, у котов не так. Они уже рождаются с ними. Даже если она ни разу на улицу не уходила, все равно. Это, во-первых. Но, во-вторых, мы и с обуви там с улицы можем принести. Ну и вообще, надо пропивать. Вот пропила. И потом уже на чистенький такой организм начала пить вот эти свои баночки, про которые сейчас вам рассказывала. Колор-блок стоит вообще, не знаю, сколько, год уже, наверное, стоит, 157-75 артикул. Допила, там прям было несколько штук, допила. Это блокатор калорий, слабенький, очень слабенький блокатор калорий, но тем не менее имеет место быть. Если в комплексе вот эту систему принимать, она очень хорошо работает, и можно увидеть результат. Ну, если еще и рот немножко закрыть, конечно, да, то без этого никак. Ну, и двигаться иногда хотя бы. Так, ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Ссылочка для регистрации Фаберлик, как всегда, под видео в инфобоксе. Всех люблю, целую, всем пока-пока.